Карина, сегодня я позател вот этим камерам у полиции, что Гоша попал мой, а Максим посол ко мне в гости. У меня дом сгорел. Когда он уходил, я хотел ему дом спать. И гос, старый дом, гос. Это уже подозрается, и госы нету. Вот. О, Максим писал. Привет, Максим. Привет. А чего ты не замечаешь, что ничего, чего-то происходит? Да. Я видел какого-то чувака. Маски. И платит. Может, это Гоша? Может быть. Да, это Гоша. Я видел и военную кофту, штаны еще военные. Да. Уже видел. А можно посидеть на твоем доме? Да, конечно. У тебя старый дом, как у Гоши. Ты снял Гошиный дом? Да. Что и быть. У меня дома нету. А, ну ладно. Пойдем. Нет. Почему? Почему? Потому что я хочу вызвать кого-то. Кого хочешь вызвать? Давай скажу. Давай. О! Матерный контролёрник. Да, я вызывал его каждый день. Он какие-то матерные слова говорил. Какое слово он говорил? Матное слово? Да. Ай. Ты вылил мой сок. И ты. Ай. Больно. О, я вижу Гошу. Где? Повинись. А, ну это точно Гоша. Да, Гоша. Да, Гоша! Гоша, я тебя спасу! Гоша, что с тобой? Скажи! Чего? А? Я не могу говорить! Чего? Блин, я не могу говорить!
Да. Знаю. Танк. Нет. Ай. Что? Украина. Украина. Фух, наконец-то освободили мне его. Я тоже это вижу. Танк! Да, танк. Ой. На. На. Спасибо, Мияна. Всем пока.